верю или нет, не могу сказать, но надеюсь. Но только я хотел бы обратить внимание, что выборы хорошие, плохие, честные, нечестные, конечно, влияют на обстановку в обществе, но несравненно более остро влияет экономическая ситуация. Мне кажется, что сейчас надо было бы обратить внимание на нее. А для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, которая сильно зависит от внешних рынков, внешние рынки очень вялые, очень плохие, нужно напрячься и добиться того, чтобы внутренние условия улучшились. Внутренние условия очень сильно зависят от уровня коррупции, который ни в коей мере не уменьшается, а скорее, я бы сказал, нарастает.